Армысыздар, құрметті достар, жас сахна театрына қош келдіңіздер. Вечер добрый, дорогие друзья, добро пожаловать в театр «Жас сахна» на сегодняшний концерт. Я смотрю, у нас сегодня не так много людей. Многие, наверное, у нас держат уразу, да? О, за шар, правильно. Окей, хорошо. Сейчас у вас будет интересная такая возможность услышать очень интересного музыканта. С ним мы познакомились буквально 2 года тому назад в Венгрии, в прекрасном городе Будапешт, на всемирном курултае, который называется Туран. Он проводится в 2 года один раз, замечательный фестиваль, примечательный тем, что он собирает огромное количество тюркоязычных народов. Вот одна из самых главных целей и миссий данного фестиваля – это объединение тюркского мира и сохранение его. То есть там приходят не только представители Азербайджана, Узбекистана, Турции, Казахстана, Киргизстана, Хакасии, Алтая и так далее. Туда приглашаются малые народы. Вот, тюрки, которые, можно сказать, уже не в таком большом количестве, у них уже практически нет языка, у них нет имен, у них нет своего государства. Это такие малые народы, как кумыки, это шорцы, это какие-то сибирские народы и так далее, и так далее. Фестиваль прекрасен. Там собираются научные деятели, там собираются историки, прикладные мастера прикладного искусства, там собираются, конечно же, и музыканты. И вот на таком вот фестивале мы познакомились с замечательным человеком, его зовут Семих Ипек. Это турк, Туркиян Азамата, но живет он в Баку, в Азербайджане. Преподает. Для меня был удивителен тот факт, что этот человек преподаватель, и в его классе слушает казахскую музыку. Казахская музыка, азербайджанская музыка. Там он показывал прямо видео, с 1 по 4 класса учатся дети, и они знают наизусть гимн Казахстана. Они поют гимн Казахстана. Азербайджанский балларный юрит вот это, брешенный казахский юрит. Обучает казахскую музыку, да? Обучает гимн Республики Казахстан, обучает песни Абая Куланбаева, там дети знают и Кузым Карас, и Айтам Сален Калам Карас, и Сегзаях, и так далее. Ну, на самом деле, очень интересно. Человек, который всей душой и всем сердцем полюбил казахскую музыку, казахские традиции и обычаи, ну, еще и самое главное, и самое интересное, жена, супруга казашка, моя мама Румынка. Вот. Вот так вот мы с ним познакомились, долгое время общаемся, дружим. И вот этот Курултай, я все время такую рекламу делаю, но этот Курултай не просто так, потому что в этом году, в августе, он снова будет проходить. Нет, он будет проходить в Венгрии. Он прямо традиционно проходит в Венгрии. И на этом Курултае очень много музыкантов встречаются, знакомятся, общаются и продолжают дружить. У нас такие же есть замечательные друзья, как Арсланбек Сулданбеков. Он буквально 2-3 недели тому назад приезжал, давал здесь свой концерт. Также приезжала Юлиана Кривошапкина, вы наверняка слышали, прекрасная хмузистка из Саха, из Якутии. Также вот недавно приезжала в Ермень из Киргизстана, прекрасная танцовщица и так далее. То есть мы, выходцы этого Курултая, все общаемся, дружим, приглашаем друг друга и устраиваем такие небольшие перформансы. Сейчас, после пандемии, стало намного легче, и мы начинаем сейчас вот такую серию концертов замечательных музыкантов и начинаем друг друга приглашать в гости. И вот таким гостем сегодня является Семих Ипек. Его пока мало кто знает, но я думаю, что в дальнейшем вот это вот направление, оно будет популярно. И самое главное – это то, что казахская тамбра сегодня звучит не только в Алмате, не только в Казахстане, она звучит по всему миру. И самое интересное и очень приятно, это то, что на ней играют не только казахи, да? Не только казахи, на ней играют и азербайджанцы, и турки. Сейчас вы знаете, в тренде какой-то кореец появился, симпатичный, такой смазливый, играет казахские песни на тамбре и поет. Это круто, это классно, это популяризация нашего национального инструмента. Итак, я что-то заговорился. Это не мой сольный концерт. Хотел бы пригласить на сцену Семих Ипек.
Bariniz hoş geldiniz der. Hamzal ağa, yaxşı yaxşı sözler aytdı men turalım. Men söylegenim artık çıkar dep oylaymın. Birinci ən özümün çıkaran ənim. Ömür yoldaşım için, Sabret için, Sabret sözleri Türkçe kayırması Kazakça. Ne zaman gözümü yumsam güzel yüzün gözüme gelir. Gece düşte gündüz işte hayalin önünde belirir. Kalbim tazeden Sabret deyip senin adını bilir. Ah bu garip deli olsan derin gülümden ne girir. Kutluz işe gülümden tutuşup senle nice diyarları gezerim. Göz göze bakışıp buradan garip sevdaları sezerim. Sabret deyip sayıklarım adını ezberler bu dilim. Dersin bir gün geliyorsan sonsuza dek benim sevgilim. Kiziroğlu Mustafa Bek degen Köroğlu destandan üzündüm. Bu Köroğlu men Kiziroğlu'nun soğusun bizge aytıp beledi. Geldi geçti pa 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 Kiziroğlu Mustafa Bey.
Birincisi Şükür Bakışı adlı Kazak küşüsünün müzikası. Ol İran'da onun bağı türmede boladı. İran şahı oğan aytadı. Eğer mağan tartkanın müzika mağan unasa, onda bağırını sana berim alıp Türkmenistan'da paralasın deydi. Şükür Bakışı sonda bu küydü orundaydı İran şahına. Artından ne geledi? Artından Türkmen Köroğlu'sundan üzüldü Demir Tonlu. Demir Tonlu. Keçbelek.
şıkarhanenin bir dostumuzun ölümü için yazılan notlardan boladı. Yurtundan ayrılan bir yiğitin süygen jarına aytkan sözlere apakar. Bir güneş salkan yeğenin boynuna kıpkızıl göğünü kapla apakar. Ben giderken taze yurtlar uğruna özgüz çadırımı topla apakar. Özgüz çadırımı topla apakar. Татарстандан бір халқ әнін алдым құлға домбыра. Thank you.
başım buz. Kabul
gözden. Sağ uyku, sağız kan kana girer.
Türkiye aleminin birliği Kazak'tın Dombrası'ndan ötüp yatır. Bari bugün Kazak'tın Dombrası'nda kezdestim. Neyse de özüm Türkiye'den bolsam da Azerbaycan'da ömür sürüp yatırım. Azerbaycan müzikası oynamasam olmaydı. Rejissor halk yani Kuba'nın ağalması, Kuba degen kala var. Azerbaycan'da sol cihetin almaları öte ataktı. Sol almaların kalasına bugün almalardın atasının kalasına Almatı'ya geldim. Bu endi oynayayım. Bu endi müzikası tek kana. Yani Azerbaycan'dan bir jirav var. O benim yerimden Erzurum'dakin kaldı Tuğbesken bırak sosun Azerbaycan'da köşüp gitken Aşık Cunan Cihangir Cihangirov kompozitörü ekibim birge oynayık köremiz kolay buladı.
Kazak dil müzikası kimin şıkkan yerinden batkan yerine değil. Yedip getirdi. Merak etti. Kazak müzikası. Kaspi'nin art çağından müzikanın artından gelimiz şansa. Moğollardan bir halk eni var. İsmi Tavan Kazak. Tavan degen bes. Bes Kazak. Bu Kazaklar bes Kazak. Batır yürek adam. Baylardın mallarını urlap kede bolgan Kazaklara veredi. Bunlar Kazak'tın Robin Hood'u siyahtı adamlar. Kazaklar turalı Mongol'dun jere, Mongol tilinde Tavan Kazak. Ardı imakatlar
Благодаря вот этому вот замечательному инструменту казахской дамбре. Есть вообще такое понятие, что дамбра – это родоначальник всех тюркских музыкальных инструментов. Вообще, если смотреть, в каждом тюркском народе дамбра присутствует в той или иной степени. Правда, называется по-разному. Где-то называется дутар, где-то называется тар, где-то называется кумус, где-то еще как-то, ну, по-разному, да? Но принцип один и тот же. Казахская дамбра, она есть везде, в каждом этносе, в каждом тюркском народе. Точно так же, как и другие инструменты. Это и колкобас, это и шамкобас, это и сассарна и так далее. То есть, по сути, это одни и те же инструменты, которые повторяются в каждом этносе. Просто каждый народ для себя выявил определенный музыкальный инструмент. Допустим, если для казахов дамбра – это номер один из всех фольклорных инструментов, то, допустим, для якутии, для саха – это хомус, шамкобас. Но этот инструмент у нас тоже есть, но в Якутии он номер один, а у нас он где-то номер 10. Точно так же, как сабазва. Этот инструмент у нас тоже есть, но у башкиров он на первом месте. И вот везде где-то идет предпочтение к определенному музыкальному инструменту. Но сегодня вот дамбра, я же говорю, она берет такой новый вид. Идет такая популяризация дамбры. Это вот, кстати, не первый турок, который играет на дамбре. У нас есть, кстати, в Казахстане такой молодой человек, как Сабир Гусинов. Тоже молодой турок, профессионально играет на дамбре. Вот недавно приезжал, я рассказывал, Арсланбек Султанбеков. Он по происхождению Нугай. И опять-таки играет на дамбре. Вышел я на сцену, чтобы тоже немного рассказать, поиграть в традиции. Поскольку многие думают, что в казахской традиции игра на музыкальном инструменте на дамбре – это очень философское направление, философские кии, либо кии, которые посвящены какому-то военному ремеслу, военным походам и так далее. Да, очень много у нас киев такого характера, как... То есть более воодушевляющие, военные, которые как раз-таки передают дух войны, либо наоборот. То есть здесь идет больше философия, либо смерть, оплакивание и так далее. Но у казахского народа существует и веселое направление. Это прямо целый пласт. Он называется
Бэдэк, бэдэк киллер. Здесь есть огромное количество, то есть Киев шуточного характера, юмора, да? Давайте я сейчас вкратце немного расскажу, чтобы вы поняли, что не все так плохо в Казахстане, что есть и веселье, есть и танцы и так далее. Итак, небольшая история. Некогда Фулшар жил на западе Казахстана, был виртуозным музыкантом, исполнителем. И как-то раз он потерял своих верблюдов и долгое время их искал и шел, пока не увидел небольшой аул. Аул — это табан аула. Приходит туда, видит первую попавшуюся юрту, заходит. Как кудай-конак, знаете, такое понятие кудай-конак — это человек, который случайно пришел к тебе в гости. Ты его должен накормить, напоить, ну и спровадить. Итак, вот такой кудай-конак заходит в этот дом, юрту, там сидит молодая девушка, вышивает кисти. Кулшар поздоровался, сразу сел на почетное место и говорит: ну, давай, сестренка, наливай мне чай. Девочка не растерялась, говорит: ну, сначала представься, расскажи о себе, кто ты, что ты, и там мы уже посмотрим. Ну, Кулшар говорит: ну, подай добру. Раньше в каждой юрте висела добра, то есть каждый казах умел играть на добре. Берет в руки добру и говорит, рассказывает этой девочке, говорит: я у себя в ауле джигит номер один. Когда я играю, все девушки аула собираются в круг и не пускают меня домой до поздней ночи. Вот посвящая этим девушкам, я и придумал кирик, который называется «Кыз Камаган». Ну, в переводе «заперти». Кирбис кирик. Ну, в дословном переводе это грация, да? Грациозность. Говорит: давай я тебе сыграю, а ты послушай, как должен звучать ки. Казахского народа. Говорит: ну, я решила посвятить ему кю.
сыграть. И сыграла Кюарт Шортак, посвящая его лошади. Ну, для мужчины лошадь это как для современного мужчины автомобиль, да? Если он ездит на Бентли, приезжает к девушке, и она шутит над его машиной и говорит, что за дешевка. Вот. Мужчине будет обидно. И вот такой же фокус она сделала с этим же гитом. Он, конечно, ездил он на хорошей лошади, но она решила так над ним подшутить и сыграла этот гит. Из трех пальцев. Вот представьте себе бабушка, ну, в прошлом молодая девушка, сидит в юрте, играет на добре, вокруг нее мужчины заглядывают через кереги, поднимая кошму, и буду я исполнять. Предупреждаю, кей шуточный. Чтоб потом после концерта вы на меня не обижались, хорошо? Thank you.
смеялись. Говорят, ну давай, юноша, сыграй ты нам. Если твой кью нам понравится, мы тебе здесь не только чай, мы тебе тут бешпарма, куртах, сырне, плов, все сделаем. Но если твой кью нам не понравится, что скорее всего, ты оставишь ту лошадь, на которую приехал. Вот. И Кулшар, значит, отказываясь играть, убегает из дома. Садится на лошадь, галопом скачет к себе в аул, возвращается, собирает своих друзей и рассказывает эту историю. И вот так от отца к сыну, от деда к внуку эта история дошла до наших дней. Спасибо. Ну, сейчас. Это не мой сольный концерт, это сольный концерт Семиха, поэтому на сцену вновь приглашаю нашего друга с прекрасного города Баку, Семих Ибек. Yazdım ben de son zaman kızık bir adamım, kitapta ölgen adamım için özüm şey jır yazalım. Göremiz ben de aldım. Yeah.
Ben dilemem ayım günüm,
Canıma yoluk bol tağı Mollu benim yüreğimde Kırmızı sen aş tağı Mollu benim yüreğimde Kırmızı sen aş tağı Yalvarıp saatin eymen Bir kabarında bir tağı Arıgım benim günahım
ötkürdün yüzüne, kestinin bazen örneğin senden salam. Elin gemalim, ölmez ki arzam. Kadrimde bilgen ağayım Abzal Arıkbayev. Bugün bütün şapalaklar sonlar olmuşum. Все вместе. Вот последний раз мы играли на сцене казах-концерта вместе с Арсланбек Ага. И именно вот в конце концерта, да. И сегодня хотели бы вновь исполнить эту песню. Называется она «Домбра». Thank you.
hoş geldin. Almatı'ya hoş geldin. Şimdi gelesi konsertlerin bundan da ülkeye ulgaya versin. Tındarmanların köp bolsun. Kazak'tın ulttık kara domırasın. Sonau ata babanın kele jatkan kara domırasın ar-ara nasihattap bükül elge muzikasın sıylay ber. Azerbaycan'da bilsin, Türkiye'de bilsin, Tıva'da bilsin, Amerika'da bilsin, Европада білсін бұл аспапты, арғарай насихаттап жүре бір. Қош келдің Алматыға. Добро пожаловать еще раз. Скажем, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вам огромное спасибо, что вы сегодня пришли, были с нами.